Обратите внимание, ребят, как и на всем портале, если у вас появился вопрос, то вот подсказка. Появились вопросы, обсудите в группе. То есть, как и на всем портале, к определенной рубрике изначально привязана рубрика группы. Так устроены у нас и планы, и все прочее, и все прочее. То есть вам не нужно смотреть целую кучу здесь всего. У нас каждому какому-то уроку, домашнему заданию сразу привязана рубрика. Поэтому вот в данной рубрике, грубо говоря, будет обсуждаться все, что касается строк. То есть здесь будет собираться вся информация. Понятно, да? Подсказочки есть, поэтому читайте внимательно, будьте внимательны, смотрите и так далее. И пойдем, но не забывайте, наша задача – это классы. Но подсказочки все читаем.